Сделал. Удочку расчехлил? Да. Хвастайся. Хочу посмотреть море. Какая крутая. Вот такая у меня удочка. Вот она, моя утка. Трехметровая, да, Саш? Да. Под размерчик тебе как раз. Вот, сейчас разберем. И будешь карася дубасить. А я и так за вас брал. Сейчас помогу, сделаем леску тебе. Опа! Привет, мальчики! Сегодня вон с Саньком на рыбалочку выбрались, на поплывочку. Вот такая у нас заводь здесь, мелечок, сантиметров 20 глубина. Вечерок, сейчас закормимся. О, папа, дядь, и будем ловить карасика. Пробовать. Молодец, сейчас настроим. Сань, у тебя клюет. Вон, вытягивай быстрее. Уплыл поплывок, блин. Карась. Показывай. Да с тебя остался. Ага. Два даже. Ну-ка, хвались. Кто это, карась? Да. Ого, ты поймал? Да. Вот и посидели. А когда вы? А? Положим. Да может маленький отпустим? Нет. Нет? Да. Ну ведро набирай воды тогда. Куда? Вон ведро. Помоги снять. Да. А у меня не клюет еще. Покажи рыбу, людям покажи. Вот какая рыба. Ого. Вот такая у нас речка. Мы здесь ловим рыбу. И вот мы, я поймал одну рыбку. Санек карасяку поймал. Да. И вот мы набиваем воду, чтобы рыба не сдохла. Очень прикол, да. Ну давай. Тут еще раки есть в пруду. Чего? Почему? Вот дохлый. Ребята, дохлый рак. Оказывается, тут и раки есть еще. Это какой-то клад. А, я боюсь его трогать. А его можно есть? Нет, он же сдох. Живой был бы, можно было бы поесть. Где он? Ну-ка, показывай. Где рыбка? Карася своего. И там рыба плавает. Вот она какая. Классно, Сань? Да. Поймал? Да. Еще будем сидеть? Ну да. Короче, все, ему нравится. Оставь мою в покое. Вот, правда, уже все сожрал. Тут бабушка надавала конфеты, печеньки. Все съел уже. Все, давай, я твою сейчас еще раз закину. Все, я понял, давай. Какая? Она... Как вы смогли поймать? Ты поймал? Да. Ну вот мой Тоя. Это друг мой. Его зовут Тоя. Толик? Да. Он боится. Да он меня-то не боится. Толян, а меня боится, а тебя? Ну-ка, обними его. Вот, он не боится. А, это местный друг твой, да? Да. Ты его покормил уже? Да. Что ты ему дал? Три куска блинчика. Блинчики? Да. Хорошо. Такая рыбалочка. Часик посидели. Полтора. Санькову удочку размочили. Он рыбку поймал. Рыбачок меня сегодня выгуливал, а я ему дорогу показывал. Его нельзя купаться. Почему? Он же собака, он плавает хорошо. Нет. Да. Собаки не так плавают. Вообще эти ебаки. Пошли, показывай рыбу свою. Нужно ее вот так подмать. Вот так ее подмать. Подмал. Какая у нас рыба? Как зовут рыбу? Карась. Карась. Ты сегодня рад рыбалочкой? Да. Ты поймал, а папка нет. Ну давай, выбрасывай, пускай растет.
Зачем он тебе нужен, Саш? Вырастет, потом поймаем в следующем году. Нет, хочу диги. Это аквариум его. В аквариум? Да, аквариум. Он же не вырастет. Вырастет. Ну, в ванну к бабушке, а потом его кошки съедят все равно. Мы его будем защищать. Да не защитишь, они ночью залезут и вытащат. Выпускай. Нет. Нет? Ведро сам будешь тащить тогда с водой. Все, понял? Понял? Да. Все, домой. Да. Можешь воды чуть-чуть отлить вон там в стороне, чтобы тяжело не было. Здесь? Ну да. Ну а на этом все, ребят. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. До скорых встреч. Пока! Да! Тоже будем. Домой. Только не на рюкзак. Все. Унесешь столько? Да. Все, говори пока. Всем пока! И, кстати, все ловим рыбу.